Появились позитивные сдвиги еще в одном долгожданном строительно-восстановительном проекте – реставрация речного вокзала. Вернется ли вновь в архитектурный ансамбль города уникальное здание, которое частично разрушилось в 2017 году? На сегодняшний день этот вопрос решается. Когда начнутся работы и в чем сложности реконструкции здания, рассказал глава региона Игорь Руденев в прямом эфире телеканала «Россия-24». Подробности рассказывает наш корреспондент. Речной вокзал был построен в 1938 году на стрелке рек Волги и Тверцы. Со временем необычное круглое здание со шпилем стало своего рода символом Твери. И при этом оно еще имело практическое значение, обслуживало речной пассажирский транспорт. Со временем речной транспорт стал невостребован, а здание речного вокзала в разные времена использовали то для выставок, то для экскурсий. Затем оно и вовсе пришло в упадок, а в 2017 году разрушилось. На сегодняшний день оставшиеся части огорожены забором и законсервированы. Безусловно, жители Твери волнуют судьба этого здания, бывшего некогда символом города, местом притяжения молодежи и гостей. Сами горожане отмечают, что набережная без него опустела, и они хотели бы, чтобы здание было восстановлено. А вот что могло бы разместиться в нем – музей, опять же, речной вокзал. Мнения разделились. Символ Твери получается. То есть он стоит вот прямо на набережной, хочется посмотреть на него красиво. Хотелось бы, чтобы, если уж нет возможности речного вокзала, чтобы сделали какое-то здание, ну, чтобы радовало горожан, полезное было. Для туристов было бы интересно увидеть там какие-то выставочные пространства, музейные. Плюс это может быть функциональными зонами для каких-то определенных кружков и для развития, ну, детей. Культурный центр, наверное, можно сделать. Там раньше был ресторан, мне это очень нравилось. Это все-таки речной порт. Это тоже ведь было, это, я помню, это кассы, эти метеоры в Калязин, наверное, это тоже хорошо. Ресторан было бы хорошо разместить. Но это лишь пожелание горожан. Каким будет здание, его назначение и когда начнут работу по ремонту, велись долгие годы обсуждения и споры. И все-таки речной вокзал планируют восстановить. Об этом 2 марта в четверг рассказал губернатор Тверской области Игорь Рудени во время прямого эфира на телеканале «Россия-24». Работы начнутся следующим летом. А почему так долго решалась задача, объяснимо. Речной вокзал имеет статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Отсюда много времени на оформление необходимых бумаг. Чтобы приступить к ремонту и реконструкции этого памятника, надо пройти определенные позиции вплоть до решения федерального правительства. Такие документы готовятся и в бюджете на текущий год, на 23-й области Тверской, и на 24-й уже заложены деньги на конкретную работу. Поэтому я надеюсь, что к следующему лету там уже будет идти практическая работа по восстановлению речного вокзала, потому что все формальности будут завершены. Поэтому событие, которого так долго ждали жители Твери, наконец-то совершится. Речной вокзал займет почетное место в архитектурном облике города. Однако подробностей проекта пока не сообщалось, но еще в 2020 году предполагалось восстановить здание в его прежней форме и конфигурации.